Выставочный зал заполнили яркие местами даже эксцентричные работы. Владимир Дашиев не похож на других. Сквозь толщу красок видна смелая рука мастера, насыщенность цветовой гаммы и дерзкие образы. Художник нацелен удивлять. Даже на своей выставке не выпускает кисть из рук. А если раньше задача у художников стояла, когда не было фотоаппарата, реально отобразить, ну, человека, там, натюрморт. И сейчас это только... Уже фотоаппарат же может все это реально отобразить. Значит, задачи-то маленько усложнились. Можно сказать, что это твой бессознательный. Результатом этого бессознательного станет картина с названием «Новое небо» или, может, «Новая земля». Сам Владимир Дашиев пока не решил. Кстати говоря, в этом году у художника юбилей. Ровно 20 лет назад он с головой ушел в творчество и по сей день пробует себя в разных техниках и жанрах. Эта выставка рассказывает о том, как мужчина ищет женщину. То есть мужчина выбирает ту женщину, в которой он видит отражение себя. А история этой выставки рассказывает историю мужчины, который этой женщины не нашел. И он странствует, он блуждает, он ищет самого себя. Отсюда и название «Пилигримы». Всего на экспозиции представлены 63 работы. Увидеть их можно будет в Галерее искусств народов Азии на Арбате. Ксения Шабаева, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.